Как вы думаете, где мы? Идем пилить контент. Идем пилить контент. Высадил вот по 16 гривен, она заплатила, говорит, остановитесь здесь, пожалуйста, на пешеходе. Ну, она попросила. Ага. Вот такси, вот даже я не отдал. Ладно, а вы сильно не это, а за что вы его остановили? За нарушение знака. А можете, можете показать, видим? Конечно, где человек нарушает знак 4.2, а? Человеку покажете. А что, человеку покажете? А вы кто? А кто вы? Инспектор патрульной полиции. А как в этом можно убедиться? Ну так выполните норму. Хорошо, вы просите об этом? Вы просто подошли, я не понимаю, кто вы подошли. Ну я нормально, наверное, подошел. А ты строишь из себя непонятно что. Я себя никого не строю. Ну давай начнем, что ты стояла на кормушке. Давай начнем с этого. Начнем с того, и начинаешь включать здесь... Дислокации. На какой дислокации ты стояла? Уточните, тебе в такой... Вам нравится в такой форме разговаривать или что? В нормальной форме. Вы не слышали, как я громко говорить, или ему дважды повторила, чтобы он повернул направо? Для чего вы стоите перед знаком, а не за знаком, если вы хотите так сделать? За каким знаком? Вы перед знаком стоите? Ну, у вас 4.2 знака где? Перед вами? Ну, и логически. Ну, он перед вами? Перед вами? Перед нами. Если, смотря с какой стороны смотреть, логично. Я говорю, он перед вами, но вы же здесь за знаком стоите, правильно? Покажите свое службовое посвечение. А то первый бат вообще уже охренел. Что ты лыбишься? А Топкина Ирина Миколаевна. Стоп. До 24-го. Это очень долго. Хорошо. Ирина Николаевна, есть у вас доказы по справе? Есть. Покажите, пожалуйста. Вы начинаете розыск справы? Пока для начала вы сейчас мешаете нам общаться с водителем. Для начала я вам априори не могу мешать. Уважаемый. Я априори не могу вам мешать. Ну, у нас открытое производство. Давайте оно еще для начала не открывалось. Еще никто не говорил о начале розыска справы. Да уже человек с документами выбегает. Вы уже надрочили здесь всех. Ну так и в чем проблема, я не пойму. Ваша службовая посвечка. Сейчас, подождите, я сейчас немножко занят. Сейчас вам предоставлю службовую посвечку. А то первый бат вообще уже охреневший стал. Что? Ты хочешь сказать, что вы тут не стоите на кормушке? А что такое? Я с вами нормально общаюсь. Ну, составите 345-ю, пойдете на жалость, что вас бедных обматюкали. Ну, ты что думаешь? Ну, я ж как бы нормально. Да послушай, вообще, мне эта показуха вообще насрать. Я не занимаюсь показухой. Какой показуха? Я говорю, вы стоите на кормушке, нет, ты слышишь меня? Что я занимаюсь показухой. Человек сзади, что он стоит перед вами, как этот? Вы его, что сейчас происходит? Вы можете ехать, езжайте. Да, вы можете ехать. Я его отпустил. Хорошо, молодой человек. В следующий раз обязательно внимательно. Вы тем более слышали, что вас предупреждали. Ну, ты мне клиентка сказала перед пешеходом, что перешла бы. Я просто ну, такси. Ну, не нарушайте. Да он еще не нарушил, девушка. Хорошо. Спасибо, брат. Ну, я с вами сейчас общалась. А может надо? Не, мне ничего не нужно. Просто это уже, знаете, входит, знаете, как раньше ГАИ было. Так и вы стоите, ждете, когда ж человек повернете. А можете мне показать, где тут знак 4.2 видно? Я вижу знак 3.34. Вот там, в той стороне. Вот так мы сейчас увеличим, людям покажем. Знак 3.34. А как вы хотите доказательства показывать нарушение водителя? Можете мне ответить? Ирина? Что? Вы можете мне ответить? Со мной общаетесь. А она чем-то отличается? Нет, ничем не отличается. Ну, можете со мной пообщаться. Кто ты? Давай так. Сейчас я представлюсь. Инспектор патрульной полиции. Видишь, я с ним в нормальной форме разговариваю. Хорошо, с тобой в грубой форме. Потому что я не пойму. Не нужно с вами. Мы нормально с вами общаемся. Вы
Никто вам не грубит. Я почему? Как я начал с вами общаться? Вы знаете? Тоном своим вы кричите. Мне почему запрещено? Кричите? Не, вам не запрещено, просто зачем? Это есть состав 345? Нет. Ну так в чем тогда проблема? Я на личности не перехожу. Нет, зачем вы просто с тональностью? Нет, это я показываю, послушайте, я показываю пример. Зачем? Я показываю пример, то, что вам позволено делать все, что угодно, а потом на активистов... А вам позволено нарушать правила дорожного движения? Позволено? А кто нарушил? Ну, вообще позволено? Мне да. Знаете почему? Не знаю. Когда вы перестанете нарушать и будете нести ответственность. Кто именно вы? Я? Я лично или кто? Или вы просто сотрудники ненавидите сотрудники, полицию? Вот сотрудники полиции. Сотрудники полиции. Я не конкретно за ваш экипаж говорю. Я говорю за все. Сейчас мы общаемся конкретно за вас, за нас. Я так вы говорите, а вы же можете нарушать? Ну. У вас есть то, что я нарушаю? Конкретно я нарушаю. Это вопрос был. Вы сказали, я могу. Я могу вот, я нарушать. Говорю, почему вы можете нарушать? Потому что до тех пор, пока вы не будете нести ответственность не дисциплинарного статута, а именно административного. За что? За ваше нарушение по ПДД. Меня интересует ПДД. Когда вы можете стоять вопрос, без мигалок? Ну, мы стояли с мигалками изначально. Вы это прекрасно видели, я думаю, зафиксировали еще на своем... Да, конечно, камеру. Я и... Ну. Мы стояли здесь с мигалкой. Вы стояли, потому что вошел, вызовов нету. У нас здесь локация здесь установлена. Здесь. Вы можете уточнить у нашего начальника управления. По поводу этого, конкретно наш экипаж стоит здесь на площади. Именно вот по вот этому знаку вы конкретно, конкретно на площади. Давай, я общаюсь с девушкой. Хорошо. Потом, когда ты освободишься, герой. Ну, я так думаю, ты герой. Ты стоишь блатной вот так передо мной, там что-то рассказываешь. Пожалуйста, номер у ГБР. Понимаете? Вы стоите здесь. Мы уже не один раз эту тему фильтровали. Я вам говорю, пойдите в парки, выпишите ГБО. Ой, ГБО, говорю, ГБшные протоколы. Найдите, кто курит, кто распивает. А какая разница, я не могу понять. Так это вы стоите сейчас на одном месте. Просто стоите и ждете, когда здесь кто-то повернет налево. Вы это ждете. Мы здесь фиксируем все нарушения правил дорожного движения. Не только знак 4.2, как вы говорите. Какое еще здесь нарушение может быть? А ну скажи. Здесь еще, если вы не видели, в чатах часто дрифтуют. Мы стоим... Да, я видел, да, сейчас дрифта много, много дрифта. Так мы можем уехать. Девушка, я еще раз прошу вас, не несите ахинею, я это не первый момент. Ахинею. Я вам сказал, вы стоять не будете здесь и никого вы не привлечете до тех пор, хорошо, пока мы будем здесь стоять. Вообще не вопрос. Понимаете? Вообще не вопрос. А если вы хотите привлечь, сделайте это правильно и красиво, грамотно. Тогда к вам претензий не будет. У меня одна претензия. Для вас, мне кажется, в любом случае мы всегда все неграмотно делаем. В смысле? Ну, потому что, в принципе, мы просто полицейские, которых вы недолюбливаете. Вот и все. Кто вам сказал, что я недолюблю? Я вам это говорил? Все ваши видео об этом говорят. Ваша тональность даже изначально, когда вы только подошли к нам, вы так и общаетесь. А, скажите, пожалуйста. Хотя мы с вами нормально общаемся. Теперь, сейчас же нормально общаюсь? Нормально. Почему? Ну, а почему вы здесь начали кричать? А вы, ну, вы не догадываетесь? Нет. А я вам объясню. Когда я подошел к человеку, к вам, вы начинаете мне говорить, а кто вы такой? Кто вы такой? Я еще не начала даже общаться с человеком, вы сразу начинаете кричать. Естественно, так я потому говорю, что... Кто вы такой, что вот вы начинаете кричать? Не, в это слово, кто вы такой, вы начинаете кричать, там не было. Там было, кто вы такой? Я попросил видео, вы говорите, а кто вы такой? Это первый момент. Я говорю, мы человеку показываем. Это первый момент. Дальше. Второй момент, то, что вы себе позволяете стоять именно... Если бы вы сказали, что вы вот там вот стоите, а я до вас доколупался, это было бы, ну, с моей стороны, не... Где там? Ну, вот там вот, на парковочке. Так оттуда мы тоже все можем фиксировать точно так же. Ну, какая разница, где мы стояли? Там вы сможете фиксировать знак, и у вас получится вынести постановление... Давайте проведем эксперимент. Давайте, вот, нам, где... давайте на мне проведем давайте эксперимент. Давайте посмотрим, где вы говорите. Если захотите... Ну вот парковка, вон парковка, вон там где Toyota, Audi стоит. Вот там вот стали бы и стояли бы, ждали бы там, смотрели, чтоб по парку там не писали, не какали. Понимаете? Давайте проведем эксперимент. Если у вас получится, ну на мне, конечно. Честно, мне не скучно, вот.
А я думаю, вам скучно, да, знаете, потому что у вас очень много... Эксперименты проводить. Нет, потому что у вас очень много времени, и разводить людей на постановление, не на бабки. Я уже за деньги молчу. Слава Богу, что вы хоть в этом нас не обвиняете. Ну, я ж не споймал вас за руку, не споймал. Богу. Когда споймаю, я буду в другой форме вообще разговаривать. Хорошо, не вопрос. Я говорю, на постановление разводите. Просто рассказали, что ты нарушил то-то, то-то, то-то. Все, вынесли постановление. Здесь нет знака этого. А, скажите, пожалуйста, тут двойная сплошная вообще есть линия? Нет. Почему тогда запрещено поворачивать налево? Потому что там установлен знак. А, давайте вы установите знаки стоп-контроль. Вот здесь. Человек не будет останавливаться, вы же его тоже будете привлекать, правильно? Ну, с каких делов я его здесь установлю? Просто потому что мне захотелось или что? Смотрите. Вам сюда. Правильно. Вот в том-то и дело, что знаки стоп-контроль, к сожалению, устанавливаете вы. Нет, стоп-контроль. Я не за стоп-контроль, вы. А за все. Я знаки. Вам просто объясняю. Вы вообще запрос, чтобы у вас было официально, чтобы когда вот с вами, если вступать в дискуссию, чтобы у вас были ответы на то, что да, этот знак действительно установлен согласно ГОСТам, да, этот знак нужен для того, для того. А просто послушайте, знаки вешать, это вешают... Вы знаете, почему этот знак повесили? Я знаю. Почему его повесили? А я вам объясню, потому что у нас, в нашем любимом городе Харькове... Когда площадь была перекрыта. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот когда бы вы сказали, друг ты мой родной, что ж ты ко мне пристал? Здесь я двойная сплошная, как я могу не отреагировать? Я бы это, конечно, я бы сказал, извините меня, пожалуйста. Я чистый там негодяй. Я чистый негодяй. Я извиняюсь, я уехал. Но, к сожалению, этого нет. Понимаете? А вы только можете слабых обижать. А еще вас не смущает, что даже они хотят повернуть. Здесь три полосы едет в эту сторону, три в эту едет. А теперь давайте... Это а теперь давайте вы мне покажете, что такое полосы. Покажите мне хоть одну полосу. Я понимаю, что здесь нет разметки. Ну, я видите, когда автомобили едут. Но ДТП здесь невозможно осуществиться, нет? А, скажите, пожалуйста, когда тут был, именно на этом перекрестке, было последнее ДТП? Я вам скажу, никогда. Да ладно, никогда. У нас больше ДТП на скоростных трассах. Вот, на обычных трассах. На обычных регулируемых. На Сумской он постоянно каждый день ДТП. Ну, обычно регулируемый перекресток. Ну, причем обычно регулируемый перекресток. А здесь я не регулирую. Тут практически нет ДТП. А есть, это ваше. Я говорю нет. Послушайте, то, что нам дают цифру, это не та цифра, которая должна. Здесь не та цифра, но мы заставляем ДТП. Мы заставляем цифру. Но мы тоже выезжаем на ДТП. Но я вас ДПП. Сразу, если честно, не видела на ДТП. Ну, честно. Ну, к сожалению, я вас тоже первый раз вижу, что вы такая красивая и начинаете... А? Меня не в первый раз, видите, далеко. Ну, я говорю, что я в первый раз. Ну, я говорю, не в первый. Я с многими девочками общаюсь. Со мной вы тоже очень много раз уже общались. Ну, и может быть. С командиром, быть, когда я была, и не с командиром. Ну, может быть, я не знаю. Понимаете? А то, что вы тут стоите, именно ловите на этот знак, этого я не будет. Я говорю, мы сегодня здесь стоим на дислокации. Да стойте, вон там, а стойте. Мы везде по площади сегодня будем стоять. Вы конкретно стоите и ловите на вот этот знак. И все. Это вы сейчас просто увидели, и все. Удостоверение? Конечно. Пожалуйста. Инспектор патрульной полиции. Акжитов Яким Анатольевич. 30-58-20. До 22-го. Верно. Думаешь, продлят? Конечно, продлят. Уверен? Нет. Ну, а если можно постараться, могут и не продлить. Постараться можно все же. Конечно, понимаешь? Поэтому я вас, как говорится, заклинаю. Не стойте здесь и не разводите людей. А работайте на превенцию согласно 31 статье закона о полиции. Нет, если бы мы не вмешались бы, человек бы получил бы постановление. Смотрите, я просто объясню ситуацию. Человек высаживал пассажира здесь. Потом, как он пояснял, с его слов, я ничего не придумал. Потом человек говорит, мы ему предупреждаем несколько раз в рупор. Поворот направо. Человек не слышит, думаю, продолжает движение.
Ну, я средненько скачаю и... Ну, ну, вы сможете это все добавить и посмотреть? Ну, конечно, если оно у меня есть. Ну, у нас есть. Человека предупреждаю. Вас я предупредил. Ну, давайте начнем с того, что у вас... Нет, ну, может, привет. У вас нету видео, как он нарушает вон тот знак. Он стоит задний... Вот скажите, вы как водитель, когда двигаетесь, вы же смотрите на знаки. Я просто знаю ГОСТы, поэтому я, ну, чуть-чуть владею, где можно поворачивать, а где нет. Я, допустим, у вас же есть видео, оно у вас есть, как я поворачиваю вот здесь. Ну, оно есть у вас видео. Возможно, есть, возможно, нет. Но я говорю, оно есть, вы на меня обратили внимание. Потом я вот так вот объехал и за вами стал. Этого я не видел, я не смотрел. Вы, ну, думаете, я лично за вами все время смотрю? Ну, послушайте. У меня работы много. Послушайте, ну вы же можете определить, где я, где не я, правильно? Ну вы же определили как-то, я это не я. Понимаете? Вы себе это представили. Я уже, когда вас увидел, тогда я им смог. Да понять, вы меня видели еще, когда я вот здесь, а поворачивал налево. Я вас давно видел, а не только здесь. Ну, конкретно. Это хорошо. Я, мы за сегодняшний день и за сегодняшнее время. За данную ситуацию я вам пояснил. Почему? Ну, я вам говорю, я вас просто заклинаю. А мы вас услышим, можете не повторять. Ну, пожалуйста, не стойте здесь. Идите лучше вот ГБшные протоколы, найдите писюнковых злодеев, Сирунов разных. Их днем нет. Я, давайте пройдемся, я вам сейчас покажу. Там есть туалеты. Зачем вам ходить в неположенном месте? Не понимаю. Специально для людей туалеты. Хорошо, курение. Все. Курение? Это же общественное у нас место, парк. В курении четко прописаны места, в которых запрещено. Парк у нас, да, общественное место. Ну, мы сейчас о разном разговариваем. Мы же с вами начали ПДД, зачем вы меня пропали? Не, я вам говорю, ГБ. Вы что, я, поверьте, работы у меня хватает. Мне есть чем заниматься. У нас тоже, к сожалению, нам в суд надо лететь. А я увидел, как вы здесь стоите. Летите в суд, мы вас не задержим. Да я не могу, я отреагировал, понимаете? Я отреагировал. Спасибо за ваше время. Поэтому я вас молю. Не стойте здесь, ладно? Да ничего страшного. Как ничего страшного? Друзья, опять наши доблестные полицейские стояли на знаке 4.2. Поэтому, если вдруг вас будут кошмарить за этот знак, пишите в группу «Надзор Харьков», и мы вам поможем. Поэтому вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, а я погнал дальше спасать мир. И погоняем еще, может быть, парковщиков.